Город Санкт-Петербург настолько многогранен, что его песни поет и Борис Гребенщиков, и Сергей Шнуров, и периодически команда КВН «Без консервантов». Смотрим и слушаем. Команда КВН «Без консервантов» решила поэкспериментировать и предлагает вашему вниманию аудиомузыкальный номер. Друзья, 30 апреля в Санкт-Петербурге прошел концерт группы «Звери», на который пришло рекордное количество фанатов за всю историю существования коллектива. Мы выяснили, в чем заключается феномен популярности Ромы «Зверь». Давайте проанализируем. Итак, первое. Любовь к одному конкретному слову. Светофоры, по нулям приборы. Светофоры, танцполы, прямая, два зеленых светофора. Светофоры, машина, скольжение. Второе. Образованность. Рома Зверь – человек очень начитанный, поэтому прекрасно разбирается в анатомии человека. И мы понимаем, что это колено. Универсальность. Талантливый человек талантлив во всем. Мало кому известно, что Рома Зверь умеет ходить на руках. Я шагаю на руках. И мог бы объявлять миниатюры в КВН. Киборг-убийца на вечеринке. Как и у любого человека, у Ромы есть слабости. Он очень любит животных. Так однажды на концерте он отвлекся от исполнения песни, увидев котенка. Проанализировав творчество группы «Звери», единственное, что мы так и не поняли, как ребята придумывают тексты своих песен. Ну, разве что вот так. Как нам его убить? Может быть, из пистолета? Не, банально. Тогда из автомата расстреляем. Много шума. Гранатами закидать? Ну что, меньше шума, что ли? Может, мухоморы? Ну, мухоморы, конечно, круто, но тоже вряд ли. Хотя... И мухоморы, конечно, круто, но тоже вряд ли. Друзья, давайте не будем ломать голову, а лично спросим у Ромы, который прямо здесь, прямо сейчас. Давайте поддержим аплодисментами, друзья. Смелее, смелее, смелее. Эй! Тише. Друзья, такая ситуация. Рома, он не приедет. Как не приедет? Он забыл. У него плотный гастрольный график. Многие вещи просто вылетают из головы. Вот, например, недавно фанаты в Казани вообще остались без концерта. Знаешь, извини, у меня самолет. Москва, Ростов, Казань, Москва. Москва. А, все, давайте, пока. Пока, пока. Да хорош. Друзья, мы заметили, что многие российские исполнители не заморачиваются с названием своих коллективов. Так, например, в Британии есть Animals, в России – звери, Beatles – жуки, Eagles – корни. Согласен, корни не совсем орлы, но суть вы поняли. Будьте оригинальны, друзья. Команда «Без консервантов». Спасибо.